совместно с юными инспекторами движения МАУ СОШ номер 2 проводится профилактическое мероприятие в рамках областного мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Вежливый водитель, заботливый родитель. То есть юные инспектора дорожного движения, учащиеся 8 класса на территории школы, обращались к участникам дорожного движения, то есть к родителям, которые подъезжают за своими детьми на легковом транспорте, так и встречают их пешие, чтобы они соблюдали правила дорожного движения.